Генеральной прокуратурой Республики Казахстан продолжается работа по экстрадиции лиц, приступивших черту закона и скрывшихся за пределами Казахстана. Ранее сообщалось, что 18 ноября текущего года в Казахстан из Германии была экстрадирована подозреваемая для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступной группе, связанной с деятельностью букмекерской конторы «Алим.кз». Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола, МВД, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел из Республики Сербия доставлен ее соучастник. Напомним, они подозреваются в том, что с 2014 по 2019 года в составе организованной преступной группы принимали участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путем. В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86 миллиардов тенге. В этой связи в отношении подозреваемых начато досудебное расследование с последующим объявлением в международный розыск. За совершение инкриминируемых преступлений им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны.